Фестывальная карусель прошла сегодня в городском поселке Карма. У центральном парку для гостей свята подрихтовали множество тематичных локаций. В программе «Ляны парады, льняное дефиле», выстава декоративно-прикладного мастерства, мастер-классы и творчие выступления. Фестивальные пляцовки наведал наш корреспондент Максим Савин. Льняная карусель закружила райцентр у третий раз. Довольно стиплый по масштабах у 2017 и 2019 фестиваль значно вырос колькостно и якостно. Сёлета заявки на удел подали больше за 70 майстров и рамесников, а так само маль два десятки творчих коллективов. Слава про кармянский льнофестиваль распаўсюджваецца хутка. Спрыяе этому и интернет. Посол Австрии у Беларуси Алаизия Вергеттер доведался про льняную карусель социальных сеток и вырашил обовязково наведать мероприемство. Тем более, что у Австрии вельми цікавятся темой льону. У Австрии шмат прихильников культуры льону. На жаль, традиции в нашей стране позабытые. Однако мы спадзяемся наладить контакты с Беларусью у гэтым напрямку и узнавить культуру льону у Австрии. Фестиваль организованы на вельми высоким узроўні. Показаны все нюансы вырошчвання и перапрацоўки льону. Это вельми цікавая информация. Свет повинен ведать, что у Карме проходят такие добрые мероприемства. Also das muss die Welt wissen, was sie hier tun. Паўночный шоўк, менавіта так яшчэ называюць лён. Яго не просто вырошчваць і перапрацоўваць, аднак вынікам усіх намаганняў становіцца не просто тканіна, а сапраўдны сімвал Беларусі. Теплота наша. Лён возьмеш в руки, вот эта вот шершавасць, вот эта вот земля чувствуецца просто. Организаторы фестивалю подрыхтовали для гостей множество тематичных локаций. На их можно было доведаться про сферы уживания льону. Цікавым был адукацыйный блок, экспресс-курсы по истории и вытворчасці льону, по выкарыстанню его у кулинарии, косметологии и при вырабе одення. Своим майстерством делились и рамесники. Любы жадаючы мог овладеть азами ткацкого майстерства. Сплести простую финишку и створить узор на сапраўдным ткацким станку. Умею вязать, поэтому мне было бы интересно вот что-то новое. Я никогда не пробовала, но видела и просто заинтересовалась. Сложнее, чем вязание? Для меня – да. Про лён у Кармянском районе ведают шмат. Его тут выросшивают и перепрацовывают. Сёлета фестиваль истотно поширил географию. Удел приняли не только жыхары белорусских регионов, але и представники інших краин. Сярод гостей россияне, украинцы, бельгийцы и австрийцы. Спрыяя льняная карусель наладжванню не только культурных сувязяў. Самое главное, что контактируют не только простые люди. Контактируют и, как вы видите, так скажем, руководители, здесь посол Австрии. Оказывается, Австрия давным-давно не занимается льном. То есть этот контакт, я думаю, приведет к более серьезным договорам, последствиям. То есть это новые рынки сбыта для нашей страны. Зрабіць льняную карусель брендом Кармянского района – вось мета, якую ставяць перед собой организаторы. Не пакуль яны упэўнена крочаць у гэтым напрамку. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Кармы.